Андрей Александрович, вот то, что произошло на Украине, в основном произошло из-за того, что украинцев обманули так называемыми европейскими ценностями. Вот они погнали за европейскими ценностями. А какие ценности у нас, у русских? Ценности? Ну, давайте посмотрим, что, какие у нас ценности. Вот наша ценность. Это взаимопомощь, взаимовыручка. Люди, которые нуждаются в этом, которые попали в беду. И наша огромная страна, Россия, как один встала и помогает друг другу. Вот настоящие ценности. Взаимовыручка, взаимопомощь, сострадание людям. Вот сейчас мы будем ехать, я тебе еще покажу по дороге наши ценности. Смотри, в чем ценность, говорят, русского мира? Вот русский мир. Это парк Горького. Здесь был просто весь заросший, заброшенный. Это тыловой район, да. Вот пришел русский мир, теперь в этом парке детский смех. Детки качаются, катаются на качелях, играют. Молодежь встречается, знакомится. В будущем женится, заводит свою семью. Самое главное нашей ценности – это семья. Здоровая, нормальная семья. Мама, папа, дети, мальчики, девочки. Нет никаких гендерных отступлений от нормального, от нормальной русской семьи. Вот эта ценность. Не то, что Западная Европа непонятно попридумала кучу полов. Господом дана два пола, мужчина и женщина. Все. Вот мы эти ценности и поддерживаем.